тут, что не праца, а сапраўдны твор мастацтва. І цудоўныя ўпрыгожванні з бісера, і карціны з абрыскаў тканіны. Вось, да прыкладу, кампазіцыя «Сям'я імператара». Лялькі ў такой тэме прадстаўлены ўпершыню. У нас прыехала всего 10 чалавек. Вот. Все прыехалі са сваімі талантамі. Кто паёт, кто пляжет, кто занимается бісерплетением, кто рисует красиво. Поэтому я вот мастер разговорного жанра. У меня очень много красивых стихов о любви. И хотелось бы донести женщинам красоту поэзии. Мы приехали со Смоленска, Кардымовский район. Работой я занимаюсь шерстью. Ни разу еще не ездила, первый раз выехала. Три этапа конкурс был. Выбирали самых лучших. Мы даже не ожидали, что мы сюда попадем. Узрост удельников фесту от 18 годов есть и тыя, кому за 70. Свои досягнения удельники фесту демонструют у разных номинациях. Декоративная творчесть, вокал, хореография, бардовская песня, инструментальное мастацтво. Мне вельми приемно, что город Могилёв миновито стал столицей фестиваля творчести инвалидов. Разом мы сможем больше. Саправды мы можем сделать вельми и вельми много. У звороте державного сакратара союзной державы Рыгора Рапота, якое зачитали у часе урачистого открытия форуму. Подкреслено, фестиваль – знаковая подея у календары союзной державы. И он выконывает не только культурную, але и социальную функцию, бо дарить махчимость полновартостных взносинов. Фестиваль – это именно та площадка, которая позволяет им это сделать, лично увидеть друг друга, возможно, вполне обменяться какими-то мыслями о жизни, о судьбе, может быть, какие-то наладить контакты. Дарэчы, удельники фестиваля организуют и выездные выступления у домах-интернатах Могилевской области. У субботу, 25 листопада, у концертной зале Могилёв пройдет гала-концерт «Творчесть без межаў». Кристина Каранкевич, Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, новини региона.